на Тину Кандилаки обрушилась волна критики. Ранее телеведущая обозначила свою позицию по поводу спецоперации в Украине, высказавшись в поддержку России. После чего, как и следовало ожидать, Тину атаковали хейтеры соседнего государства, желающие всего нехорошего ей и ее семье и требующие, чтобы Кандилаки взяла свои слова обратно и извинилась. Особенно расстарались участники шоу «Самый умный» и их родители, даже написали телеведущей письмо. Женщина решила высказаться снова, отметив, что мнение свое менять не собирается и давно сделала выбор. Так вышло, часть наших с вами граждан, за пределами России или даже внутри нее, вдруг посчитали, что они должны встать на колени и извиниться перед украинцами. Будучи гражданкой России, я выбираю честь и достоинство. Для меня неприемлемо не оскорблять ее, не стесняться своей принадлежности к ней, не бояться заявлять о своем гражданстве, заявила телеведущая, выразив надежду, что все же скоро стороны договорятся и наступит мир.